Друзья, я хочу сейчас обратиться к украинцам, которые находятся на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, и к украинцам, которые находятся сейчас в блокаде. Существует два вида гуманитарных коридоров. Одни гуманитарные коридоры организованы властями Украины, другие гуманитарные коридоры организованы властями России. По нашей информации, украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, проходят, большинство из них, через тяжелые испытания и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях, которые созданы точь-в-точь как знаменитые лагеря НКВД в советское время. У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются, и дальнейшая их судьба покрыта мраком. Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины, которые хотят выйти на территорию России по гуманитарным коридорам, организованным россиянами. Не делайте этого, пожалуйста, потому что, в частности, в Таганроге Ростовской области фильтрационный лагерь уже полон, там огромное количество украинцев, и дальнейшая их судьба неизвестна.